Всем привет, это Ирина Воскресенская. Хочу показать вам свою новую сумку. Она у меня только-только пришла. Это я на осень себе заказала. Заказала из-за чего? Моя подруга подарила мне тоже вот на осень, на день рождения, такой вот шарф. Скорее, конечно, не фиолетовый, а сиреневый. Но это неплохо. И вот такие перчатки. И я захотела, ну, как бы в одном стиле, в одном тоне немножечко заказать себе сумку. Носить буду с черной курткой кожаной. И может быть еще что-нибудь куплю с коротким рукавом, чтобы носить эти вот длинные перчатки, которые мне подарили. Перчатки очень красивые. Вот. Перчаточки. Вот. Но, соответственно, куртку нужно будет такую укороченным 3/4 рукавом. Вот. А это вот просто можно и с курткой с черной будет носить. Сумка кожаная, очень из мягкой кожи, хороший. Очень такая стильненькая. Мне понравилась сзади. Мне нравится, когда у сумок такой вот кармашек, чтобы здесь ключи держать. Они всегда были. Хорошо можно было найти ключи. Состоит она, смотрите, из 3 отделов, что мне тоже очень понравилось. Значит, здесь можно что-то носить, и ты точно знаешь, что в первом у тебя отделении здесь. Так как сумка очень мягкая, она сама очень вместительная получается. И вот этот размер, значит, вот тут в середине открывается. И если мне нужно будет папку, я уже мерила А4, она хорошо убирается, но, правда, не закрывается. Но убираться она убирается немножечко вот так вот, вровень идет. Вот. Просто это мне нужно по работе. Иногда я ношу документы на работу или домой, и мне нужно, чтобы вмещал А4. Вот. Покупала на этом сайте не одну сумку, я вам показывала свою, вот совершенно недавно, когда я ездила отдыхать на юг, я покупала дорожную там сумку. Ну, сайт, на сайте не только сумки, там очень всего много, но мне прям вот очень нравится. В следующий раз мне нужен новый кошелек. Хочу кошелек заказать. Тоже может быть даже вот к этой сумке в каком-то таком стиле, в одинаковом. Вот. В общем, если кому-то нужно, тут внутри стандартно все есть. Отделение на молнии. 2 отделения. Ну, под телефон сотовый можно, еще подо что-то. Так, хочу вам показать, вот еще я вовнутрь положила как раз документы А4, там у меня лежит довольно-таки так много. И вот что хорошо, то значит здесь я положила, что мне нужно, здесь у меня телефон, там кошелек лежит, да, какие-то, ну, пакетик может быть. Сумка настолько вместительная, что туда же можно бросить еду, которые вы все равно там, например, если берете самый какой-нибудь контейнер, чтобы разогревать в офисе. Вот. А в середину можно положить документы. Она не закроется, видите, немножко влезает. Но когда сумку несешь, ничего не видно. Вот. Сумка классная, мне очень-очень нравится, то, что она мягкая, то, что вот у нее цвет такой вообще очень хорошо будет с кожаной курткой. Черный сочетаться. Так что, кому нужны сумочки, рекомендую зайти по ссылочке. Она внизу. Внизу под видео и в первом моем комментарии. Смотрите. И также я ссылки дала на другие сумки, которые покупала на этом сайте. Сайт замечательный, доходит все быстро. И что очень радует, что как заявлено, так, в принципе, такой товар и приходит. Ручки очень стильные. Посмотрите, какие тут плетения. Вот такое вот. В общем, сумка, я очень довольна. Жду ваших комментариев. Тоже напишите, как вам моя сумочка. Надеюсь, вам тоже она понравилась, как и мне.
все, на осень я себе сумку приобрела.